На пресечение запрещенной деятельности сделали ставки полицейские и не прогадали. Нелегальное игорное заведение сотрудники правоохранительных органов закрыли в поселке Врангель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и организаторов вместе с соучастниками. Нелегальное игорное заведение обнаружено в поселке Врангель. Установлено, что с целью получения прибыли от незаконной игорной деятельности подозреваемые организовали азартные игры с использованием игрового оборудования. «Фортуна» оказалась на стороне сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Находки. Они пресекли противоправную деятельность организатора и 5 соучастников незаконной игорной деятельности. Обыски провели не только в самом нелегальном заведении, но и по месту жительства каждого участника организованной группы. Изъяты 17 единиц компьютерного оборудования, обеспечивающего доступ клиентов к азартным интернет-играм. Документация, бухгалтерские записи, дневная выручка – это более 50 тысяч рублей и архив камер видеонаблюдения. На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственным отделом по городу Находки Следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 171.2, а именно незаконной организации проведения азартных игр, совершенной организованной группой. Потому как по закону организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в том числе сети интернет, запрещена. Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Но и за решеткой штрафа не избежать, до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового. Анна Бережная, новости на 8.